Доброго времени, мои друзья, подписчики, зрители. Сегодня я решил посетить так называемый пост Амур. Это первая технологическая остановка после переезда через реку Днепр по старому мосту. Дело в том, что эта ветка железнодорожная, она еще была создана и существовала в царском Екатеринославе. Это одна из первых железнодорожных веток в Екатеринославской губернии. Сейчас это стратегический железнодорожный переезд через реку, который соединяет левый и правый берег нашего города. И имеет западно-восточное направление.